Здравствуйте, уважаемый клиент. Не часто встретишь в продаже квартиру в домах в Петроградском районе, прошедших не просто капитальный ремонт, а именно полноценную реконструкцию. Вы можете стать обладателем квартиры в практически новом доме, но со всеми преимуществами старого фонда. Метровые кирпичные стены, комфортный температурный режим как зимой, так и летом, абсолютная шумоизоляция и экологичность. Реконструкция произведена качественно, начиная от гидроизоляции фундамента, заканчивая всеми инженерными коммуникациями и кровлей. Познакомимся же подробнее с домом и квартирой. Дом императорского человеколюбивого общества построен инженером Михаилом Федоровичем Гейслером в 1899 году. Архитектурный стиль – эклектика. 5 этажей. Реконструкция дома в 1996 году. В свое время в доме проживали художники Верещагин, Кустодиев, Рицони и другие известные представители творческой и научной интеллигенции. Социальный статус жильцов по-прежнему отличает дом только в положительном ключе. В одной минуте от дома станция метро Чкаловская. Рядом вся необходимая инфраструктура. Квартира трехкомнатная, двухсторонняя, расположена на 4-м этаже. Высота потолков 3,5 метра, просторная ванная комната 9 метров. Окна спален 24,30 квадратных метра выходят в просторный тихий двор на восточную сторону. Окна кухни 15 метров и гостиной 28 метров, в которой красуется старинный номерной рояль, производство одной из старейших фабрик дореволюционной России, выходит на улицу с видом на сквер. В отделке квартиры использованы качественные материалы, как видимые глазу, так и те, что скрыты, но не менее важны для уверенности и спокойствия. Двор очень просторный, закрытый от посторонних, под постоянным видеонаблюдением и круглосуточной охраной. Во дворе парковка автомобилей для жильцов дома. В доме напротив есть возможность приобрести машиноместо в подземном паркинге. Буду рад вашему звонку, ответить на ваши вопросы и договориться о просмотре квартиры.